Лето, как всегда, горячий сезон и в переносном, и в прямом смысле этого слова. Еще бы, когда на термометре почти плюс 30, многим из нас хочется оставить дела на потом и отдохнуть на берегу реки или озера. Кто-то предпочитает проводить летний сезон дома, а кто-то пакует чемоданы и отправляется на море вместе со своими детьми. Этим отдыхающим сотрудники Управления по гражданству и миграции советуют обратиться и к документам и убедиться, все ли в порядке. Например, пострадала печать. У многих бытует мнение, что можно подойти в наше подразделение и поставить повторную печать. Это неправильно. В этом случае мы делаем опять новый документ. Вот. Далее, если какие-то листы пришли не в годность, где-то порваны и так далее, где-то отклеены, ну, я не знаю, каким механическими воздействием подвергался тот или иной документ. Может быть, дети, многие на них сетуют. Вот. Это то же самое, документы нужно менять. Нужно менять прежде всего, потому что надеяться на русскую авось здесь не приходится. Это граница, и правильно, что возвращают, ну, на оформление этих документов. Отдельный блок – вывоз детей за границу. Здесь есть ряд нюансов, которые должны учесть не только мамы и папы, но и бабушки с дедушками, в случае, если внуки отправляются отдыхать вместе с ними. Есть ряд вопросов, которые ко мне обращаются, в частности, это бабушки, дедушки, которые хотят вывести внука, внучку за границу на отдых. И здесь возникает вопрос, как выехать. Здесь то же самое я вам заявляю, необходимо согласие папы и мамы, законных представителей для выезда ребенка за границу. Дальше, если же ребенок едет за границу с одним из родителей, здесь согласие второго родителя не надо. Конечно же, если отдых планируется через туроператоров, то обо всех этих нюансах предупредят сотрудники агентств и фирм. Несмотря на то, что на календаре июль, многие продолжают подбирать для себя путевки и экскурсии. Брещане в своем большинстве выбирают традиционное направление – Украина и Болгария. Однако постепенно подключаются и другие. Естественно, основная масса населения ездит на море. Но самое популярное направление традиционно сохраняется направлением Болгарии. Но, если откровенно говорить, на сегодняшний день это самое, ну, скажем так, сочетание цены, качества и безопасности, конечно, это Республика Болгария. Значит, направление в Украину, в Затоку, в Одесскую, ну, в Одесскую область с каждым годом увеличивается, начиная 3 года назад эти поездки начали такие более активными быть. И они, ну, скажем так, на солидном объеме сегодняшнего дня. К слову, горячие предложения также доступны. Так что, если документы в порядке, можно смело отправляться в жаркие дальние страны.